Ну що ж, продовжуємо. І зараз будемо говорити про наших дітей. От, зокрема, ще, наприклад, вчора ваш школяр рвався в школу, хотів там нових друзів, нових знань, а ввечері просто захлинається сльозами і не хоче більше туди йти. Що це може бути? Психологи називають це синдромом першої четверті. Що це таке? Я такого ще не чула, давайте розбиратися. З цього приводу запросила до нас в гості Ольгу Храпєнко, психолога, який зараз нам і допоможе уникнути цього і розібратися в цьому питанні. Доброго ранку, Ольгу. Що це таке синдром першої четверті? Доброе утро, Ирина. Доброе утро всем телезрителям. Ну, сейчас, конечно, вот как раз начался период учебы, и это очень важный вопрос. Именно синдром первой четверти. Не третьей, не другой, а самой. Да, первой. Именно первой. Больше он выражен именно у первоклассников. Хотя, в принципе, и учащиеся других классов, и студенты тоже ему подвержены. Ну, во-первых, потому что после лета, то есть период, когда нам не нужно ничего особенно делать, нам ничего не задают, то есть более свободный распорядок дня, тут начинается школа, институт, естественно, для любого человека это стресс. Для первоклассников это вообще все впервые. Они вообще никогда этого не видели, не знали. Да, поэтому они больше подвержены этому симптому синдрому первой четверти. Почему? Ну, во-первых, много очень незнакомых людей, с одной стороны. Учителя, новые ребята, незнакомое, в принципе, помещение даже. То есть ребенок уже испытывает от этого большой стресс. То есть или он находился в квартире, или это уже большое помещение, школьное, аудитория, да класса, от мамы ушел. Парты, да, неудобно сидеть в первое время. Поэтому это тоже причина этого синдрома. Потом требования. Увеличиваются требования, во-первых, учителя и родители немного меняют вообще свое отношение, потому что считают, что если ребенок уже пошел вот в школу, все, он взрослый, теперь надо с ним построже. Да, это ошибка, да, не надо. Да, это ошибка, потому что ребенок-то не понимает, почему вдруг его родители холили, лелеяли, относились к нему как к маленькому, да, и вдруг такое, такая резкая смена отношений. Это правда, Ольга, вот даже говорят, вот идешь по улице, ты уже взрослый. Взрослый, вот все, там и неси ранец свой, читай больше. То есть так нельзя говорить, получается? Нельзя так говорить, то есть ребенок сам по себе повзрослеет, вырастет не нужно, потому что родители часто это говорят, какой-то вот упрек, что ты уже взрослый, ты должен. А мы знаем, что вообще формулировка «ты должен», она никого особо не мотивирует, то есть вызывает внутренний протест. Если взрослому человеку мы говорим «ты должен», это... Это мы что говорим? Протест, мы никому ничего не должны. Да. А у ребенка это вызывает неосознанный протест, то есть он еще меньше хочет сделать. Вот. Ну и, конечно, ограничения. То есть ребенок гулял с ребятами все лето, тут раньше ложись спать, раньше вставай, неудобная может быть форма, одежда, распорядок в школе, нужно отсидеть 45 минут, несколько уроков в день, домашние задания, что... Самое, мне кажется, да, это тоже. Понимаете, тут с одной стороны вроде как много эмоций, да, новые ребята, новые знакомства, но ребенка как бы накрывает вот эта волна новых впечатлений, что он начинает уставать, действительно. И поэтому вот появляется вот такой целый комплекс вот этого синдрома, то есть усталость, вот, хорошо, апатия. Да, вот мы с причинами разобрались, теперь симптомы. Вот как мамам, папам дома узнать, что у моего ребенка вот этот синдром? Вот какие первые симптомы? Ну, смотрите, ключевое, в принципе, это нежелание идти в школу. То есть ребенок под любым предлогом начинает, он не хочет, он плохо себя чувствует, иногда даже симулирует. Но ребенка не нужно за это ругать, нужно разобраться, что с ребенком происходит. Это апатия, он может быть плаксивым, раздражительным или наоборот агрессивным, слишком возбужденным, то есть вот его невозможно усадить за уроки. Не узнаем своего ребенка. Да, у ребенка просто включилась психологическая защита от навалившихся на него новых обязанностей, и вот он так пытается как-то от этого освободиться. Поэтому нужно разобраться, что с ребенком, внимательнее за ним смотреть и вот тоже не повышать вот эти требования. Знаете, многие родители, вот такой строгий тон появляется, а дети, они очень чувствительны, даже не к тому, что мы говорим, а как мы говорим. И они это считывают уже, что меня как будто бы меньше любят, что-то изменилось, я, наверное, не такой, вот что-то так вот случилось. И опять же, это еще больше наращивает вот этот симптом. Ну как быть?
Как от него избавиться? Потому что любая болезнь, как говорится, требуется лечение. Как быть в этой ситуации? Как наших деток уберечь? Ну, смотрите, обычно где-то 1-2 месяца, в принципе, этот симптом проходит. Ну, это, знаете, как такая адаптация естественная. То есть, ну, ребенок включается в новые для него обстоятельства. Но что тут важно сделать родителям? Во-первых, очень организовать его режим. Полноценный сон, качественное питание и физические нагрузки умеренные должны быть. Тут вот одна ошибка есть у родителей, что когда ребенок начинает учиться, наоборот, его стараются оградить от всех проявлений. Это вот, правда, да. То есть не бегай, не прыгай, не ходи. Вот, ты же устал. Ты же ученик, да. Ты же школьник. Давай все, за тетради, за книжки. Это неправильно. Человеку нужно менять виды деятельности, это и взрослому тоже нужно. Мы поработали умственно, лучше что-то сделать физически, там, куда-то пойти, там, на танцы, да, какое-то вот хобби. То есть нужно постоянно менять. Тем более у школьника статичная поза за партой. Да, целый день. Целый день просидеть. То есть они действительно хотят прийти домой, поиграть, побегать, немножко размяться, потому что действительно... А мы их уберегаем от того, говорим, ты же устал, лучше пойди полежи, не прыгай, не бегай. То есть у ребенка интуитивно возникает вот такая вот реакция, что им хочется после школы побегать, попрыгать. Вот. А мы их в этом сдерживаем. Не нужно. Нужно ограничивать только по времени, чтобы это не было, да, весь вечер ребенок где-то... гуляет, то есть не должен забывать о уроках и каких-то, возможно, там небольших домашних обязанностях, даже там прибрать пыль в своей комнате. Но школа не должна быть, знаете, как какой-то вот глобальный катаклизм, что он, ребенок пошел в школу, все, нужно, чтобы жизнь кардинально изменилась. Ну, нет. Так часто и бывает, что да, меняется. То есть, чтобы ребенок легче переносил все это, должна жизнь оставаться, в принципе, такой же. Если он чуть-чуть, ну, любил смотреть телевизор, пускай немного его посмотрит. Если он там с ребятами выходил во двор погулять, пускай немного погуляет. То есть немножко по времени, но это должно быть. То есть чтобы ребенок не чувствовал вот какой-то такой стресс, что школа напрочь перечеркнула вот, да, все, его что на до и предыдущую после, жизнь. Да, это Олечка, у меня еще такой вопрос. Вот ходят даже споры между родителями, когда лучше делать уроки. Есть мнение, что вот приходишь со школы, нужно их сделать, а потом гулять, отдыхать, бегать, прыгать. Кто-то думает, что нет, вечером, сейчас как 7-8, и вот как быть в этом плане? Ну, очень хороший вопрос, Ирина. Дело в том, что как раз, да, надо прийти все-таки немного отдохнуть. Да? Час-полтора вот сменить деятельность на более активную, где-то побегать пойти, пообщаться, разгрузить даже мозг, потому что ребенок и так нагружен тем, что ему говорили в школе, и если он придет, еще будет сидеть опять за уроки, возьмется, то есть это будет перегрузка вообще нервной системы, особенно ну, для такого маленького человека, да, ребенка, это очень ну, серьезно. То есть у него будет уже накапливаться какая-то хроническая усталость, и это уже будет намного сложнее решить эту проблему. Поэтому, да, очень важно после школы, чтобы ребенок полтора часа, два отдохнул, пришел в себя, сменил деятельность. То есть это не должна быть какая-то умственная деятельность, и не должны быть уроки. Я поняла. Вот вы еще говорите о распорядке дня. Вот очень часто первый, второй класс, а у них уже по 5, по 6 уроков. Вот как вы считаете, это правильно или нет? Вот и в 2 часа домой приходят, и начало третьего, это говорю со своего опыта. Ну, как вы считаете? Ну, я скажу, что да, первокласснику, ну или мы уже говорим второй, третий класс, да, сложно, я сама себя помню вот в эти годы, хотя это давно было, что ну, достаточно сложно высидеть все уроки, то есть, ну, надо тогда на перемены чаще вот выходить, не сидеть в классе, то есть, опять же, менять как-то деятельность. Но это уже вопрос, знаете, больше к системе образования, целесообразна ли такая нагрузка на школьников. Ну, а если мы говорим именно о том, что могут сделать родители, это еще то, что не нужно, чтобы ребенок опаздывал в школу. Это тоже очень большая проблема. Вот, из колеи. Да, как лучше утром проснуться? Вот многие мамы пусть лучше подольше полежит, а потом на ходу там едим, заплетаемся и бежим в школу. Это неправильно? Или лучше встать раньше и это делать все медленно и постепенно? Лучше вообще лечь просто раньше накануне, да.
И тогда, потому что вот этот сбор такой, ну, в цейтноте, он еще больше порождает стресс. То есть лучше спокойно, и ребенок уже как-то нормально, уже адаптирован, пойдет в школу уже без всякого стресса. За час до школы, я думаю, будет нормально, да? Да, ну тут смотря кто как живет. Кто как живет и кто как собирается. Оль, давайте подобьем такой итог нашего. Да, Ирина, хотела еще вот сказать по поводу родителей с первого класса. Еще часто начинают детей вот кружки, секции водить. Да. Вот в плане синдрома первой четверти тоже важно не нагружать сейчас ребенка. Лучше начните со второго полугодия. Угу. Потому что для ребенка и так все новое, сплошной стресс. И тут мы еще стремимся его нагрузить дополнительными какими-то хобби, увлечениями. Это все положительно, но лучше подождать до второго полугодия. Потому что там тоже новый коллектив, новые обстоятельства, новые требования. То есть у ребенка просто возникнет апатия ко всему, вот, что ему сейчас задают, и дополнительные задания, и в школе. Оль, ну смотрите, вот мы говорим о синдроме третьей четверти. Она у всех вот будет, этот синдром, или нет? Или есть такие детки, которые переживают это нормально? То есть вот как-то вклиниваются? Или это у каждого вот такой синдром? Ну, смотрите, это у большинства. У большинства. Просто те, кто легче переживают, у них будет 1-2 месяца максимум этот синдром. Угу. Есть дети, которые до полугода вот еще все находятся в этом синдроме. Если больше, то нужно уже обратиться, возможно, к специалисту, детскому психологу, детскому психотерапевту. Если уже это, если вы видите, что это действительно синдром первой четверти, он у вас затягивается. Но тут нужно еще разобраться, какие отношения в семье. Возможно, что-то не сложилось в коллективе школьном, да? То есть тут уже подключается много других факторов. Но для этого нужно с ребенком больше общаться, больше разговаривать, спрашивать, как... То есть замечать его состояние эмоционально. Потому что за детьми на самом деле очень легко видно, что они испытывают. Просто нам нужно больше на это обращать внимание. Обращать внимание. Вот давайте все-таки итог, что нужно делать, если у вашего ребенка синдром первой четверти. Самое важное – режим. Полноценный сон, питание и физическая нагрузка, чтобы все это было распределено. И даже в первые, если это первый класс, первое время помогайте делать уроки. Не надо делать за ребенка, но помочь, что-то подсказать, это не вредно. То есть делать совместно, не нужно кидать и говорить, вот пиши, пиши. Да, то есть иди, делай ты взрослый. Да, это вот что часто нужно бывает. Нужно все-таки какое-то участие родителей в уроках, потому что, ну, ребенку действительно сложно первое время. Естественно, уроков достаточно много. Вот первый класс все равно уроков задают много. И второе, что я так поняла, гулять побольше, да, вот не изменять режим. Можно даже вместе совместные какие-то прогулки, вот пойти в парк там побегать или где-то на стадион. То есть это для ребенка будет еще лучше, вот укрепит отношения в семье, если не только с ребятами он будет в подвижные какие-то игры играть, но и с родителями. Ну, это очень важно. Я поняла. Спасибо вам большое. Ольга Храпенко, психолог, була у нас в гостях. Дослухайтеся до рекомендацій, до порад спеціаліста, щоб не було синдрому першої четверті ні у дітей, ні у батьків. Тому що, я думаю, що це споріднене так часто буває. До речі, от щодо батьків, досить коротенько. У Швеції ввели 6-годинний робочий день. Ось буквально я прочитала цю новину. Що ви можете сказати коротенько з цього приводу? Це доречно чи ні? Ірина, от дуже неоднозначне це нововведення. От з одної сторони, от, можна порадуватися за людей, що у них 6-часовий робочий день, більше залишається часу на інші якісь сфери життя, на особисту життя, ми можемо уділити час своєму хобі. Але тут треба дивитися індивідуально, диференційовано. Тобто кому-то, допустим, не підходить 6 часов, тому що людина привык от, по роботі розкачуватися. Тобто йому треба сходити перекур, с кем-то поговорить, вот что-то где-то посидеть. Да, такая особенность вот рабочего процесса. И поэтому, когда 6 часов, его они ограничивают, что а успеть-то ему нужно тот же самый объем. И поэтому он тоже может испытывать стресс, потому что ему ограничили временной отрезок. И опять приходится тогда задерживаться на работе. То есть тут надо смотреть, какая вообще работа. То есть, если она не зависит, вот нужно обязательно что-то сделать вот сегодня, то есть, вот как журналисты, да, нужно обязательно выпустить сюжет. 6 часов, 5 часов, а сюжет должен выйти. Поэтому
Дякую вам. Смотреть. Як все складно, які це складні питання. Ну що, Ольга Храп'янко, все ж таки, нагадаю, ще раз була у нас в гостях.